вот на этом ресурсе вышла такая статья. Тут говорится, что тюрьма не помеха, за что Ефремову могут дать премию. И тут говорится, что Михаил Ефремов стал номинантом на премию «Ника» за роль второго плана в картине «Француз», хотя фильм вышел 2 года назад. Из-за пандемии прошлогодняя церемония награждения была отменена, поэтому 25 апреля на торжестве соберутся претенденты за 2-летний период. Ефремову предстоит побороться за статуэтку со своим коллегой по съемкам во «Французе» Александром Балуевым, а также Евгением Цыгановым, который сыграл в «Одессе». Я не видела ни один из этих фильмов, но посмотрим, кому же будет выдана эта премия. Надо вообще-то посмотреть фильмы. Ну да ладно. Будет время, посмотрю. Но у меня другие проблемы.